Не знаю, что причиняет боль сильнее. Предательство или жалость? Эдвина, ты моя сестра. Сводная. Теперь, Кейт, я взрослая женщина. И впервые в жизни я могу принять решение, исходя из того, что я желаю. Я уже представила себе жизнь с лордом Бриджертоном в качестве виконтессы в Обри-Холле. Все это живет в моем воображении, и я вольна поступать, как пожелаю. И коли я выйду замуж за Энтони, так будет угодно мне и никому иному. Ты должна это понять. Если я выйду за него замуж, это не будет связано с тобой. Я приняла решение. Полагаю, вам лучше услышать его от меня. Эдвина, поговорим наедине. Я не могу выйти за вас, лорд Бриджертон. Вы не в состоянии дать мне то, чего я желаю. То, чего я заслуживаю. То, чего заслуживает каждый. Быть может, мне неизвестно, какова истинная любовь, но я точно знаю, чем она не является. Это не притворство. Не блуждающий взгляд. И не роль, требующая исполнения. Я не могу выйти за вас, поскольку не могу предать себя. Вы никогда не взглянете на меня так же, как смотрели на мою сестру у алтаря. Вы никогда... не взглянете на меня так же. Ты говоришь, что потратила жизнь, пытаясь дать мне все, чего мне не хватало. Но на самом деле, ты давала мне все, чего желала сама, словно моя жизнь мне не принадлежит. Я не просила ничего подобного, Кейт. И теперь я уверена, то, что я оставляю позади, не моя потеря, а твоя. Твоя мечта, твой план, твои чувства, что я лишь позаимствовала. Сегодня ты утратила свою власть. А я приняла свое решение. И этой победы мне достаточно.